Канун Рождества в Лос-Анджелесе, Калифорния. А папочка приедет к нам сегодня? Мы с Сантой попробуем что-нибудь придумать, ладно? Нью-йоркский коп Джон МакЛейн наконец-то приехал к жене. Я так скучала. Но вместо радостной встречи ему придется спасать ее. А ну сесть! Шевелитесь! В самом высоком небоскребе города 12 террористов объявили войну. Скоро они узнают, что такое настоящее применение силы. Злодеи умны? Меня интересует 640 миллионов долларов, хранящиеся в вашем сейфе. И беспощадны. Боюсь, вам придется меня убить. Договорились. Придется по-плохому. Меньше всего МакЛейну хотелось... Черт, думай! Быть героем. Где Холли? Они забрали ее! Куда? Но у него нет выбора. Что это он делает? Свою работу. Брюс Уиллис, крепкий орешек. Они уже убили одного заложника. Этот канал предназначен для экстренных вызовов. А я что, пиццу заказываю? Он в здании? Кто он такой? Да я свой, идиоты! Кто ты такой? Для обычного охранника слишком назойлив. Увы, не угадал, малыш. Повысим ставки. Думаешь, у тебя есть хоть малейший шанс против нас, мистер Ковбой? Так точно, ублюдок. Ты только что разнес это здание. Я контролирую ситуацию. Плохие новости. Отсюда видно, что не контролируешь ты ни хрена. Он там один, вымотавшийся. А от нас никакой помощи. Ну что, друг, как там дела? Предпочел бы сейчас быть в Филадельфии. Я жажду крови. Ты ее получишь. Только Джон может кого-то так довести. Он сразу располагает к себе. Приезжай к нам, отдохнешь, повеселишься. И не хочет умирать. Брюс Уиллис. Крепкий орешек. Случайно попал на вечеринку. Кто бы мог подумать? В 1988 в кинотеатрах.